Хьюджера, капитан сборной Японии и США. 5-0. Идеальная победа над нами. Таковы были слова чемпиона Каку, лидера китайской команды. Они не выполнили обещанного. Тысячелетняя слава китайских боевых искусств и титулы чемпиона и бойца все еще что-то значат. Здесь есть тот, кто чудом достиг идеальной формы, не остановившись перед препятствиями. Вы можете гордиться им. Его называют великим мастером. Он достиг высот, не подвластных другим. Он достиг конца пути, ни на миг не забыв о боевых искусствах. Если я проиграю ему, 3 предыдущие победы не будут значить ничего. Начинайте! Садись. Спасибо. Чемпион Каку? Да. Что ты принес в жертву и что приобрел, чтобы стать тем, кто ты есть? Ты мог жить в тишине и спокойствии, но добровольно подверг себя сотни лет изнуряющих тренировок. Что же ты приобрел и что потерял? Ответь мне. Никто за 4000 лет истории китайских боевых искусств не любил власть так, как люблю ее я. Сила и власть, которую я приобретал с каждым днем, вскружила мне голову, и я потерял себя. Женщины, друзья, алкоголь, кровь и честь. Я даже отверг родителей и семью. Я готов на все ради власти. Мое тело горело желанием власти. Тяжелее всего было отказаться от власти. Я получил эту власть и отказался от нее. 100 лет назад мое тело было как броня. Я был, пожалуй, первым в Азии по силе. Я хвастался своей мощью и проделывал безумные трюки. Благодаря разным тренировкам, мое хрупкое телосложение стало очень и очень мощным. Я смеялся над философией боевых искусств, считал ее ложью. Я продолжал доказывать это. Однажды я повстречал настоящего мастера. Он превратил меня в отбивную. Победила философия боевых искусств. Я попрощался с мышцами. Я тренировался, дабы постичь философию. Возвращалось мое изначальное телосложение. Когда мне исполнилось 90, моя кожа повисла на костях. Тогда я постиг философию единоборств. Ясно. Значит, это будет поединок между философией и силой. Я готов. Давно у меня не шла кровь из носа. Шаори, древний прием китайских боевых искусств. Впечатляющий силач. Чемпион Каку, я верну твои инстинкты. Поединок становится интереснее, силач. Попробуй. Мои волосы. Ты гений. Несмотря на мои слова, я бью как слабый немощный старик. Попробуй. Что?
Что происходит? Как? Ты увернулся от удара старого хрыча? Ладно. Ну-ну. Сила, чего ты так боишься? Меня разоблачили. Старый хитрец. Я так и думал. Как тебе такое? Не так уж плохо долго жить. Что? Твой старческий маразм не дал тебе заметить кое-что важное. Ты влип, старый хрыч. Ючара использует шаори. Ты скопировал меня, силач? Не волнуйся, старика. Что? Я больше не применю шаори. А, у тебя свой собственный стиль. Полное освобождение невозможно без применения сил. Понял, старый хрыч? Я уже 100 лет не чувствовал столько напряжения. Я недостаточно силен. Давай! Эти техники решают исход поединков. Все остальное как раз и есть дерьмо. Ты высокого мнения о себе! Старый хрыч, я покажу тебе свою силу! Ясно. Я хотел хоть раз увидеть такое. Твои мышцы крайне необычны. Твое тело просто создано для боя. Начнем же. Я занимался боевыми искусствами 50 тысяч дней. Больше, чем кто-либо еще. Больше, чем он. Может, хватит? Его спина выглядит как плачущее лицо. Ты что, дурак? Ты издеваешься надо мной? Смерть от старости. Сыграл в ящик. Это считается победой?